Алло, это Валентина Петровна? Ага. Валентина Петровна, здрасте. Как поживаете? А зачем тебе? Валентина Петровна, я хочу быть вашим подписчиком. Чего? Я хочу быть вашим подписчиком в скайпе. А я не издатель. А при чем здесь издатель? Вы конференцию создаете. Подписывай издание. Да какие издания? Чего ты несешь? Я говорю, на издание подписывают. Я говорю, не издание, а подписчиком быть. Кем? Подписчиком. Кем? Подписчиком. Кем? Подписчиком. Каким подписчиком? Подписчиком вашим. Это что такое? Ну вы, короче, у вас есть конференция в скайпе, и вы создаете на 20 людей разговор групповой. Чего, ебена мать? Вы в скайпе создаете разговор групповуху на 20 людей. Чёрт картавый, у тебя одного слова не разберешь. Я говорю, вы в скайпе создаете конференцию на 40 людей, на 20 людей. Вы меня слышите? Ну, а чего на 20 людей? Конференция. Я в конференциях ваших не участвую. Да вы участник сама. Вы даже официальная группа ВКонтакте есть. И ваша официальная страница. Нигде я как сидела дома в четырех, так и сижу. У вас нетбук дома есть. А? У вас дома нетбук есть. Чего, блядь? Нетбук. Чего, ебена мать? У вас дома нетбук есть. Вы дома Чего, блядь, произноси, чтоб слышно было? У вас дома есть нетбук. Чего есть дома? Утюг? Не утюг, а нетбук. Вы конференцию сидите на 20 людей ночью. Иди нахуй, я твой язык не разбираю, ты не туда попал, ебена мать! К вам, я же ваше имя знаю.